Алматинские школьники смогут снова сесть за парты. Возобновить уроки в учебных заведениях разрешил сегодня главный санитарный врач города. Жандарбек Бекшин озвучил изменения в своем же постановлении. Правда, пойти в школу смогут не все. Во второй четверти вернутся к традиционной форме обучения учащиеся младшего звена и пятиклассники. Занятия будут проходить в дежурных группах по 15 человек в классе. Хорошие новости для любителей активного отдыха. Открываются горнолыжный курорт Шимбулак и каток Медео. Но оба спортивных объекта до конца месяца будут работать лишь в тестовом режиме. Также алматинцы могут планировать шопинг на выходные. Торговым центрам разрешили работать и по воскресеньям. А вот ресторанам и кафе не повезло. Их рабочий график сократили на час до 10 вечера. Изменения коснулись еще и общественного транспорта. Жандарбек Бекшин хочет, чтобы в автобусах и троллейбусах установили ультрафиолетовые лампы. Входим в зиму, и, конечно, сейчас встанет вопрос, как нам обрабатывать жидкими дезинфицирующими растворами наш транспорт. Особенно это, когда будет заходить человек, то будет обледенение, поскольку это жидкости, и это может привести к травматизму. Конечно же, поэтому мы и продумываем на сегодня, как заменить. И одним из таких моментов является пилотный проект, когда для обеззараживания салонов общественного транспорта используются бактерицидные лампы.